Всем привет, хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. Привет всем зрителям нашего канала. В ремонте очередная Астра МК-110С1 от нашего единомышленника Дениса. Выполнен ряд полезнейших и необходимейших работ. Заменены индикаторы. Вот эти вот маленькие убраны и поставлены большие приятные. Индикаторы маленькие с крепежом, со всеми, так сказать, своими причиндалами. Вот, рамки, задняя опора и т.д. и т.п. Ну, пришлось перестраивать. У них немножко разное сопротивление катушек. Пришлось перестраивать немножко подстроечными резисторами. Сделана постоянная подсветка индикаторов, то есть, чтобы горели и на записи, но и воспроизведение лампочки подсветки. Вот. Также подстроены индикаторы пиковых сигналов на записи. Вот. Заменена, разумеется, куча вот таких ереванских электролитов. Предохранители в процессе летели. Вот. Ну, тут не все показаны. Вот они, наши родные электролитические ереванские конденсаторы. Вот этот блокировочный, который стоял на трансформаторе, вообще у меня взорвался, так потешно было. Полная комната дыма. Вот. Восстановлен автостоп. Полетел семистор КУН-208Г и вот эта вот микросхемка, операционный усилитель К-157УД1. К-157УД1. Микросхемка бабочка. Ну, разумеется, чистка смазка всего механизма. А, да, шлифовка головок. И потом по новой их юстировочка. Кстати, с ними немножечко намаялся. Вот. Сейчас все функционально и приятственно. Так, что у нас? А, пленочка кончилась. Сейчас включу на воспроизведение. В общем, пока вот в таком состоянии все это дело. Проводим измерения. Смотрю прохождение сигналов. Вот. Сделаем, жить будет. Вот этот кондер блокировочный славно так рванул. Маленький, а вонючий, вся комната дыма была. Но я поставил другой, более надежный. Вот он здесь, видишь, трансформатор блокирует. Вот как-то так. Денис, привет. Докладываю о ходе работы над твоим магнитофоном. Вот, наконец, сегодня получил микросхемки. Вот эти наши К-157УД1, которые автостоп, может быть, оживят. Семистр пришел, который там слетел. Вот эта вот куча деталей пока заменена в твоем магнитофончике. Конденсаторы все дохлые. Головку одну пришлось поменять. Совсем была никакенная, истертая. Ну, предохранители вообще тут штук 100 ушло. Старые индикаторы. Это крепеж. Вот этих индикаторов, они на них крепились. Сейчас стоят уже новые индикаторы. Пока еще не закрепленные, но, как ты хотел, все светится. Головки еще немножко порегулируем. Вот. Воспроизводящая более-менее, а стирающая, записывающая была плохая. Ее поменяли. Вот так все вертится, крутится. Шум от ролика поменьше стал. Маховичок почистил, подшипник смазал. Ролик, который шумит, а его здесь не видно, он там, вот там, далеко. Эта пленка, кстати, была на твоем магнитофончике. Автостоп пока не работает, да, увы и ах. Но вот смотри, сейчас по осциллографу посмотрим. Воспроизведение настроил уже, сейчас. Частотная характеристика нормальная. Так вечно шло, так быстро ждал, всегда, всегда. Это горе, 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 горе. Вот такая примерно у нас. Так, а это прямая, синусоид у нас. Это...
радует, что удалось купить, ну, наверное, последние в мире вот эти микросхемки бабочки К-174. Ну, не знаю, не факт, что от них все это зависит. Будем смотреть, чтобы автостоп заработал. Потому что, видишь, просто стоп работает, но автостоп не работает. Мотаем. Лампочка светит. Светодиод как бы здесь. Но пленка кончается, автостоп не срабатывает, зараза. Не срабатывает. Видишь, продолжает мотать. Хоть пленка и кончилась, и бесполезно. Закрывай, не закрывай. Все, дружище, на связи. Давай, пока-пока. Привет, Денис. Починил автостоп. Вроде бы. Виновата была точно вот эта долбанная микросхема бабочка. Вот теперь смотри, да. Включена, да. Движок не вертится. Перекрываем свет. Движок вертится. Убираем палец. Ну, вот видишь, эта лампочка светит на фотодиод. Слава богу, фотодиод был цел, иначе я его просто не нашел бы. Пришли фотодиоды, но не те. Видишь, стоит перекрыть свет чем-нибудь, непрозрачным. Ну, хотя бы пинцетом, да. Вот, обращаю внимание на маховик. Начинает вертеться. О, убрали. Ну, еще тиристор вот этот был. Семистр был неисправен. Ну, семистр, и ладно, у меня их, оказывается, много было. Хотя сейчас тоже весьма дефицитная деталь. Ку-208. Ну, и самое главное, вот этот операционный усилитель. К-157 УД-1. Продолжаем ремонтные работы. Вот, Саламат, смотри, меня сейчас как раз в ремонте Астра притащили тут. 110-ю, МК-110-1С. Вот, попросили заменить индикатор. На ней тоже стояли вот такие дурацкие маленькие, да. Я поставил на нее такие более красивые, большие. Вот и те родные. Просто стояли раньше маленькие, вот через такие проставки. Так, вот они как-то туда были в них запиханы. И вот это вот все торчало вот здесь. Вот. Ну, большие лучше смотрятся, нагляднее, красивее, да, согласись. А так это все родные индикаторы, что те, что те. Вот. Так вот собирали. Ну, просто ее на заводе лепили из того, что было. Когда пришла партия таких индикаторов, вот эти родные как бы, ставили их. Когда приходила партия таких индикаторов, они вот извращались, ставили вот эти проставки и их туда лепили. Но в произведении все нормально. Пишут тоже хорошо. Стоп срабатывает. Еще немножко осталось, завершающей стадии.
общем, на всех режимах работает практически безупречно. Конечно, друзья, болячки будут вылезать еще, собственно говоря. Аппарат старенький. Я тут обзор, в принципе, снимать не собирался. Поэтому какие-то фрагментарные зарисовки просто подклею сейчас к этому ролику. То, что я там владельцу аппарата отсылал отчет о проделанной работе. А на этом хочу откланяться. Всем привет, хорошего настроения. Еще раз повторюсь, замечательный магнитофон Astra MK110S1. Ну и смотрите, там уже без комментариев зарисовочки. Порадовало в этом аппарате то, что он был на пломбах. Вот видите, родные такие на гудроне на каком-то пломбы заводские, все читается, там даже обозначения, знаки какие. Вот, то есть в него, в принципе, никто не залезал, но поэксплуатировали его достаточно хорошо. Это вот пломбы на лицевой панели, а те были с задней стороны, на задней стенке чемодана, как на нем написано. Нет, на нем уже по-другому написано. Вот индикаторы, значит, новые ставлю, старые отпаиваю. Пришлось немножко с ними повозиться. Видите, вот такой резиновой прокладочки не было установочной. Это взял со старого магнитофона, с другого, с донорского. Эти индикаторы отпаял, новый влепил. И вот платы, конечно, жесть, вы посмотрите. Сплошные ереванские конденсаторы, бочонки. Все, конечно, сухостой, все, почти все высохшие. Я их все проверял ESR-метром. Пришлось поменять на импортные. Отвратительное качество, не знаю почему. У меня вот есть 110-я, это уже Astra, это самое, но там уже другие. Вот это та самая плата автостопа. Семистр, микросхемку мы на ней видим, которая не работала. Я на одно время, чтобы проверять, закорачивал семистр вот этим синим проводком, видите. И вот такое качество плат. Платы бумажные, текстолит. Все отпаивается, отваливаются дорожки. Клей уже высох и деградировал при малейшей пайке. Вот пришлось вот такие перемычки ставить, дорожки восстанавливать. То есть такая ситуация. Ну, в общем, на этом все. Починил, работает. Скоро отдам владельцу. Пока-пока, друзья.